Самые близкие и самые преданные. Друзья и родственники Магомеда Исмаилова организовали бойцу теплую встречу. Накануне спортсмен прилетел из Сочи, где на турнире лиги ACA одержал громкую победу над Александром Емельяненко. Вместе с болельщиками Исмаилова триумфатора встречала и наша съемочная группа «Слово Курбану Рагимову». Братские объятия и памятные фотографии. Разделить радость победы с Исмаиловым приехали около 50 человек. Это близкие друзья, родные и преданные болельщики. Каждый из них с замиранием сердца следил за ходом поединка против Емельяненко у экрана. Теперь все самое сложное позади. Пришло время поделиться эмоциями. В главном поединке вечера на турнире ACA Исмаилов задействовал весь свой арсенал. Ударка, борьба, грэпплинг. Поединок полностью прошел под его диктовку. Все, что я хотел, донести до него первый удар. Вот я знал, если я донесу до него первый удар, то все, что я делал, вот то давление моральное, которое я пытался на него оказать и так далее, которое я оказал на него, я должен был, так сказать, поставить печать, я должен был попасть в первый удар, то есть я должен был донести до него удар. Уверенная победа, говорит боец, это заслуга всей его команды. Секунданты тщательно спланировали тренировочный процесс, готовились к любому повороту событий. Если бы бой сложился бы ударной техникой, Мухаммад ему не уступил бы, но там был риск пропустить удар. Вы знаете, это же... Да, план был постоянно угрожать ногам, постоянно показывать проход и отсюда переводить на голову. Там были комбинации, тройки, двойки. Ну, Мухаммад слышал, уже понимал, да. Но постоянно угрозы в ноги. Напряжение с нас не спадало вообще. Мы были максимально задействованы полностью. То есть ни один элемент не был упущен. И все гладко проходило. Да, местами нервы... сдавали, но все равно мы держались. В привычной манере Исмаилов шутит и изучает позитив. Он улыбается и щедро делится своим настроением. Позади полгода упорных тренировок. Сейчас в планах у бойца заслуженный отдых, но почивать на лаврах он не намерен. Будет поддерживать свою форму. Месяцок хочу отдохнуть. Но у меня не бывает так отдых. Я в любом случае буду по утрам тренироваться, да, будет активный отдых. Просто... рахат хочу поймать. Хочу рахат поймать. Победа над Емельяненко была неоспоримой, однако в интернете уже идут разговоры о реванше. Сам Исмаилов не против. Главное, как говорится, заинтересовать предложением, от которого будет сложно отказаться. Курбан Рагимов, Магомед Абдулмуталибов, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ.